Всем привет, это Свинтовит, и мы продолжаем проходить Alien Isolation. В прошлой части мы смогли связаться с нашими коллегами, которые, скажем так, от нас разбросало, в общем, при старте на эту станцию. И Рипли смогла найти с ними связь. Бухгалтерша там, в общем, юрист, была ранена обломком, поэтому не может перемещаться, и поэтому они, в общем, там где-то рядом с больничкой застряли. И находятся в серьезной, как мы знаем, опасности. Но пока мы тут взламывали и выходили на связь, как вы слышите, поднялась тревога. И теперь нас рыщут с непонятными целями андроиды. И, скорее всего, когда найдут, убьют. Потому что, как мы знаем, они небезопасны. Ну что ж, хватит сидеть. Ну, вперед. Спали у нас, засранец. Все-таки тут что-то не так. Куда добрались? Я никуда не тороплюсь. Я хочу помочь. Покоцан у нас. Спалился-то как, а? Вот скотина. Так. Фу, куда нам? Явно не туда. Сюда.
Ясно. Надеюсь, там открыто. Так, сюда зашли. Фу. Так. Так. Блин, до сих пор не разобрался, как тут предметы выбирать. О, так, восстановили. Какой же этот датчик движения бесполезный. Ходит там андроид или не ходит? Вот в чем вопрос. Так. Стремновато вылазить, если честно. Почему в вентиляционных шахтах они этот датчик так со сбоем работает? Это близко.
Стремновато все-таки вылазить. Здесь чувствуешь немножко защищение. Но надо выходить. Так, где я сейчас нахожусь? Так. Недалеко от своей, как говорится, спасения. Просим посетителей зарегистрироваться. Так, тихонечко. Я просто видел, как тут шагает андроид по этой траектории, поэтому я не уверен, как бы стоит, то есть не там ли он находится, в ту сторону, куда мне нужно идти. Так, вон вижу одного живчика. Там впереди кто-то есть. Ладно, хватит тут сидеть. Так, давайте пройдемся. Возможно, так будет безопаснее. Здесь, конечно, нет этих чертовых андроидов. Так. Поехали отсюда. С центра связи мы выбрались. Thank you.
понятно. Нет, точнее, понятно, куда мы попали. Вопрос в другом, нужно ли нам сюда? Давайте еще немножко пролезем сюда. Вроде правильно идем. Нам нужно сюда. Так что я вроде правильно иду. Как же мимо него прошмыгнуть незамеченным? Окей. Стремновато мне что-то. Эти звуки из вентиляции ни о чем хорошем нам не говорят. Так, что же делать? Ну вот мы попали-то. Попали так попали. Thank you.
Куда же идти-то? Я с параляку уже тут забыла, как говорится. Обратный ход. Сохранимся. И пошли вперед. Так тихонечко, как мы помним, андроидов тут хватает. Как нам обойти этого парня? Сенсора не хватает, а? Одного сенсора не хватает, а? Блин, как обойти этого парня? Твою мать. Да это понятно. В общем, мне надо до лифта добраться. Ну как этого парня обойти-то? А вот в чем вопрос, собственно. Так.
что-то там высматривать себе. Что у нас тут у нас? Глядя на большую картину, мы не забываем о малых деталях. Так, он идет. Так. Потом там он что-то высматривает. Спасибо. Твою мить, а? Вот попал. Аполло и андроиды Сиксон вместе работают на благо станции Севастополь. Да-да. Нет необходимости. Если вас здесь что-то не устраивает, пожалуйста, сообщите нам. Как же. Как же. Вот так и поверили.
Нет, Павел. Они тебя не слышат. Ну, точнее, слышат, но игнорируют. Иди ты лесом. Так. Полпути пройдено. Осталось мелочь. Пожалуйста, сообщите. Блин, свезло так свезло. Собака. Счастливо, ублюдки. Все-таки спалился, блин. Гады. Ну, пока еще у меня каких-то особых методик борьбы с этими парнями нет. Добраться до башни. Научный мед. Башня на транзите. На транзите, ясно. Вы издеваетесь. Вы просто издеваетесь.
Твоя медь. Только не говорите, что он выйдет прямо вот... Он уже где-то здесь. Твою. Налево. Он где-то рядом. Совсем рядом. Твою мать, а. Почему мне так свезло? Теперь он где-то там. Что такое не везет? И как с ним бороться? Тихонько. Так, для успокоения лучше давайте залезем сюда. Фу, похоже, я зря потратил одну из примочек. Но почему-то я думал, когда мы отсюда вышли, что здесь мы снова, что он где-то здесь, поэтому, ну, датчик движения вроде показывал движение, поэтому я решил, что это доброе существо где-то рядом, и поэтому бросил звуковушку, чтобы отвлечь его и быстро сюда прийти. Вы же слышите эти приятные звуки вентиляции? Это означает, что этот добрый монстр где-то здесь. Твою медь, что ж мне так везет? Твою медь, что ж я не пользовался адаптером, датчиком движения? Твою медь. И не говорите, что меня сейчас выбросит очень далеко от этого
место. Да, очень далеко от этого места. Что такое не везет и как с ним бороться? Ладно, будем. В общем, встретимся снова на том же месте в то же время. Твою медь. И вот я снова здесь. Он где-то рядом, где-то совсем близко. Блин, эти звуки меня тянуть не радуют. И не радует, что каждый раз мне придется будет бежать от андроидов, пробегать их и обратно. Это меня совсем не радует. Ну а тоже чужой еще эти андроиды. Каждый раз и их, и его пытаться обойти. Ладно. Вечно тут сидеть нельзя. Большое, мать его, открытое пространство. И этот красавец может появиться откуда угодно. В любую секунду. Что меня совсем, совсем не радует. Так что тихонечко. Аккуратно. Вот так вот. Твою медь. Вот где-то здесь он меня в прошлый раз и захавал. И где эта тварь сейчас? Внизу там. Или где-то в другом месте. Твою медь, неизвестно. Может там он... А, стоп. Не дышать, не шевелиться. Он где-то рядом. Совсем рядом со мной. Поэтому не дышать и даже не шевелиться. Слышны звуки сохранения. Приманчивые такие. Да, он там внизу шарится. Твою медь, что же делать? Что же делать? Да, он с этой стороны. Не специально разработчики говорят, он не скриптово появляется. Но почему-то он появляется именно там. То есть
когда я буду красться туда и пытаться оттуда выйти, тут сюда подхожу, буду спускаться, я каждый раз буду встречать его именно там. Внизу. Стоять. Не двигаться. Или нет. Или он тут по вентиляции передвигается. В общем, не знаю. Мне как-то стремновато вылазить отсюда. Хотя, насколько знаю, не пищи. Что и здесь небезопасно. Слышите, как он по вентиляции передвигается? Зараза. Ну, давайте попробуем еще раз. Кого-то захарчил. Твою мать, твою мать, твою мать. Нет, нет. Уходим, уходим. Надеюсь, я сел туда, куда нужно. Фу. Фу. Слава богу. Это было опасно. Это было очень опасно. Фух. Повезло. Во второй раз повезло. Оказывается, здесь были еще люди. Но им не повезло. Выход к госпиталю Сан-Кристобаль, центру андроидов. Я рад. Рипли. Там Рипли. Привет. Ну, подруга, тебя серьезно. Не волнуйтесь, Тейлор. Как она? Ей нужна помощь. Госпиталь недалеко, но я не мог ее оставить. Я пойду гляну, что там найдется.
А вы побудьте с ней. Попробую починить передатчик. А что делать, если эта тварь появится? Прячьтесь. Несанкционированное проникновение. Транзитная линия отключена приказом Аполло. Твою мать, ну, сейчас от часу не легче. Так, куда нам нужно идти? Неясно. Держитесь, Тейлор. Рипли приведет помощь. Да-да, Рипли приведет помощь. Уважайте других пассажиров. Однозначно. Не в вагонах. Так, ну а пока Рипли приведет помощь, Рипли лучше сохранится. Уж и Рипли не очень хочется снова проходить тот стрёмный момент. Игра сохранена. Ну что ж, дамы и господа, это был Альянс Ассолишн. Ассолишн, я уже заикаюсь. Это было стрёмно. Я, оказывается, до этого никогда не играл в хорроры. То, что было раньше, было не хоррором. Абсолютно не хоррором. Так что, если вам понравилось видео, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами был Андрей. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Ну, то есть, Свинтовид. Счастливо.